Всем привет, дорогие друзья, с вами Кист, и сегодня мы будем рассматривать новую снайперскую винтовку, которая называется Тактилит, или Тактилит, я не знаю точно, но ладно, Тактилит Т2. Эта новая снайперская винтовка была введена недавно в Point Blank, во время профилактики ее ввели ровно на неделю, и ее ввели до 2 февраля, чтобы люди успели оценить и поиграть, и я не знаю ее... еще добавят навсегда, ну, в смысле, за реальную стоимость, то есть рубли, либо же ее уберут навсегда. Если уберут ее навсегда, конечно же, это будет печально. Ладно, от этого подальше, потому что мы не знаем, и давайте приступим к ТТХ. Урон у нас составляет 97 единиц, что составляет самый наивысший урон на всех снайперских винтовок на данный момент в русском поинт-бланке. Выстрелы в минуту у нас 0. Точность 68, отдача вверх в бок у нас 69 единиц, скорость бега 70. Патронов в обойме 5, всего у нас 30 патронов. Дальность 200. Давайте ее сравним все-таки с другими, так сказать, снайперскими винтовками. Я ее буду сравнивать с АВП и с читаком. С читаком я буду ее сравнивать с двумя сразу. Я вам сразу скажу. То есть цена у нее такая же, как у читак М200 ROS. То есть у них отличие заключается в том, то, что у читака точность побольше, но урон поменьше. И количество в обойме у М200 ROS, у нашего красненького читака, на 2 патрона в обойме больше. То есть это на самом деле самый хороший плюс. Но у тактилита урон больше. То есть ваншот будет чаще. Бывает такое, то, что читак стрельнет. И вы, кстати, я думаю, вы с этим сталкивались. Стрельнет читак, остается там 2 хп, 10 хп. У тактилита все иначе. Если ты попал, то ты либо убил. Ваншоты, не ваншоты, очень редко встречаются. С АВП это вообще другая история. АВП у нас 85 единиц, там ваншот 50 на 50, иногда вообще не ваншотит просто. Особенно с этими 132 или 121 хп людьми, которые используют эти купоны и скины. У нас АВП просто не ваншотит. Поэтому я думаю, АВП у нас сразу отлетает. Я что-то сбиваюсь в магазине последнее время. То есть у вас выбор стоит, либо вы покупаете сейчас тактилит на 30 дней, допустим, если вы хотите на 30 дней, вы таки думаете, что бы купить, либо то, цена одинаковая. Кстати, цена у тактилита 600 рублей за 30 дней, так же как у Руса, вы это уже поняли, я думаю, я не буду на этом останавливаться долго. Скажу одно, что эта снайперская винтовка стоит этих денег. Конечно, вы не стреляете на 2 патрона больше. Может, эти 2 килла, может, она, этот патрон вам спасет жизнь. Но у вас будет ваншот. Ладно, ребят, это ваш выбор, с чем играть. Но давайте я вам скажу свое мнение в конце. Так скажем, мы же в бой пойдем. Поэтому я вам скажу свое мнение после боя. Из купонов у меня кумулятивные патроны, которые добавляют снайперский урон, ну и по мелочи тут есть. Звание, конечно же, я хочу вам посоветовать перки такие, как плюс 4 дамаг, то есть мы полностью будем концентрировать свое внимание на урон, чтобы мы смогли с первого выстрела просто всех убить. И, конечно же, плюс 2 бег. Можно, кстати, заменять бег перком увеличение точности первого выстрела, если вы постоянно в движении и вы хотите, вот просто у вас мнение, я хочу попадать с первого раза в движении. Ставьте, пожалуйста, этот перк. Но я бы посоветовал плюс 2 бег, потому что скорость движения, кстати, у этой снайперской винтовки, если я не ошибаюсь, побольше, да, чем у читака. То есть вы еще будете быстрее бегать, но у нас скорость бега как у АВП. Кстати, если вы играли с АВП Black, и потом перешли на тактилит, вам будет вообще просто играть, потому что у них точность практически одинаковая. И давайте все-таки разберемся уже в бою. Приступим. Итак, мы в бою. Вот так выглядит наша снайперская винтовка.
И сейчас мы попробуем убить кого-нибудь с неё. Бежит. Ага. Что-то я 2-1 нажал, и что-то не получилось. А, пистолетов нету. Граната есть, пистолетов нету. Будет еще сложнее. Не попал. Нет, не получилось у меня попасть фазумом. Надо было, наверное, прицелиться и попасть. Ну или просто, точнее, стрелять фазума. Кстати, для сравнения я вам скажу, что... Реально весомый аргумент у этой снайперской винтовки в том, что у нас есть большой урон. У нас просто очень большой урон. Но, если вы берете М200 Рус, а вы скорее ее возьмете, потому что у них одна цена, то эти два патрона могут спасти вам жизнь. Не могу я в него попасть. Там еще дым полетел. И последний патрон остался. Не, я не нашел его. Везде этот фосфорный дым, он меня очень сильно напрягает. Я думаю, он вообще всех снайперов напрягает, любой дым. Особенно фосфорные. Ну, эти, которые ХП тратят, белые и зеленые. ФК, нельзя в ФК стоять в бою. Нужно драться до смерти, до победы, до талого. Так. Сидит он там. Так, стоп, я же вроде попал. Ладно, вроде нет. Видишь? Ага, дым, опять дым. Ну чего ж ты стоишь? Теперь пошел. Странный. Ага, я через книжки не смог пробить. Хотя... я пробивал. Была ситуация, когда я пробивал, и причем нормально так залетело. Плечо убил. Так. Так, там нет никого. Хаишки летают, просто так. Что-то я затупил немножко. Нет, серьезно, а где противники ходят в основном? Ага, вон там кто-то ходит. Пойдем туда тогда. Где же? Ну вот пришел и нету. Все, обиделся. О, вышел. Называется убрал прицел. Было бы смешно, если бы я убил еще. О, минус. А, пистолетов не было. Нет, я маску снял. Неплохо. Снял маску. Бывает. Попробуем сейчас выйти наверх и попробовать отыграть от крыши. Самое уютное место для снайперов — это крыша. Но опять же не забывайте, что вас будут убивать каждые 5 секунд, потому что все любят смотреть на крышу и пытаться убить этих любимых снайперов. Я не вижу из-за этого дыма. Я слепой. Текс. Так, что-то плюсики пишут. Мне кажется, меня не могут кикнуть, и это будет плохо. Если меня начнут кикать, это будет опять сейчас искать полчаса карту. Скорее. А что не больно, больно. Кстати, меня сзади стреляют, да? А это свой был. Это был свой. Да ладно. Что я еще могу сказать о снайперской винтовке? Попробовать должен. Каждый. Серьезно вам говорю, не жалейте денег. 30 рублей, это даже не пачка сигарет. Бронебойный выстрел, неплохо. Я вам говорю, в этой снайперской винтовке есть все, что вы хотите. То есть, если вам надоел читак и его всякие не ваншоты, то эта снайперская винтовка вам может понравиться. Что такое? Маску снял, да? Нет, а хотя прицел-то был на нем. На чем я остановился? Я остановился на том, что вам надоели эти неваншоты, то поверьте, если здесь будет неваншот, вы будете просто визжать, орать, говорить. У меня сотка почти дамага, почему я не могу сваншотить чувака?
И вас это будет бесить еще больше. Уж поверьте мне на слово. Потому что когда я не ваншочу вот такого пузатика, кстати, больше всего я не ваншочу в пузатиков. В этих пельмешков. А в нормальных таких парней я попадаю и ваншот нормально проходит. Кто там стоит? А, уже никто. Просто фазумом будем сейчас убивать. Давай попробуем. В руку не ваншот. Все, патроны кончились. У меня плюс билет и купоны, поэтому... Так, я вроде в пятку хотел попасть же. Не могу по ногам попасть. Просто не могу попасть по ногам, не могу попасть стоящего. Походу, меня кто-то прогнал. Ну, счет у нас довольно-таки хороший. 21 на 10. Для меня, конечно, это не особо хороший счет. Вот только что двое выходили. Что он делает, мне интересно? Он тут просто выходит такой, типа, ага, понятно, и ушел. Типа, ага, понятно, там лимон с тактилом, который ваншотит. Я ушел, все. Этот АФКшник стоит. Здесь еще кто-то бегает. На голову вышел. Кстати, я видел пацана, я только хотел перезарядиться и попробовать дать в него фазум, как только меня убила хаешка. Да. Это было очень прискорбно. У них стоит один АФКшник, хочу, что стоит 10. Я вас, наверное, замучил этим нычьем, так сказать. Ну, извините. Я думаю, вы меня поймете, когда вы со снайперской винтовки, вы должны вроде бы стоять и вот так вот выжидать, когда... Противники, простите, не могу. Блин, серьезно, не могу попасть. Ха. И вы стоите вот так вот выжидаете, и противники такие не хотят. Не хотят на вас идти. Здесь сейчас постоим, посмотрим. Что-то я сегодня хаешки плохо вижу. Ну вот опять, я со снайперской винтовкой успел купить. О чем я и говорил. О, меня убило, кстати, PSG Elite. Ладно, ребят, давайте еще одну маленькую котеечку и пойдем спать. Конечно же, не спать, а играть, да. Это я хотел сказать. Что я не понял чуть-чуть. Я вроде попал в двоих, попал в одного. Ладно, бывает. Они просто вдвоем так оп и закнулись. Я сейчас играю на снайперских винтовках, вы уже поняли. Ну, такое разнообразие маленькое. Я сейчас попробую найти кого-нибудь. Я не вижу, кстати, никого. Наверное, они у нас на крыше сидят. Хаешек нету, стрелок нет, ничего нету. Попал, молодец. Не знаю, лично как вам, но... Я ловлю кайф от этой снайперской винтовки, потому что... Я, кстати, видел там пельмеша. Ага. Видел, ничего не сделал. Потому что она ваншотит. Я давно не играл со снайперскими винтовками, которые ваншотят там часто. А тут представьте, каждый раз в пузо туда-сюда у меня ваншотит. Ну, конечно, не каждый, согласен, но в большинстве случаев она просто выдает дикий минус. Этот обзор будет, наверное, обзор гайд будет очень большой, очень емкий, я думаю. Вы поймете всю точность, весь сок этой снайперской топки, который я хотел вам передать. Что-то там, я не знаю, круто. Их, назад пошел. Ой, много ваншот, кстати. А я видел слева. Кстати, насчет звука этой снайперской винтовки. Когда вы стреляете от одного центра до другого, то есть от центра карты, а карты вас слышно очень хорошо. Вот там парень на их спауне стоит, как бы карта это маленькая, но все равно парень на спауне красных, я на спауне синих, и в итоге мы друг друга слышим. Ты куда там бежишь? То есть движение я тоже попадаю спокойно. Я серьезно, я не понимаю, почему мне в комментариях писали то, что она очень сильно косит. Кривая, как палка.
Сюда они бегут. Сюда. Куда ты бежишь? А их нагнулся. Он бежит и хочет занять нас, наш верх, чтобы убивать всех спину. Кстати, мы можем сделать так. Давайте попробуем раза три. У нас есть три попытки. Блин, пропустил. Не получилось. Опа. Вот это я не ожидал. Смотрите, они просто все бегут и хотят убить. Я сейчас сделаю то же самое, только я думаю, будет без толку суваться туда. Если что сделаешь. Ну, попробуем сейчас. Попробуем. Позумить хоть чуть-чуть, но я умею, поэтому... Сложность единственная заключается в том, что там их очень много. Успеем пробежать? Пробежим, да? Да, пробежали. А вы что тут? Нет, нет, нет. Я не попал. Если попал бы, то выжил бы, кстати. Что-то я не понимаю, чем мы тут стоим, ребят. Как делишки? Ага, нормально, вижу. Так, я кого-то там видел. Угу. Очень не люблю, когда на режиме снайперские... Это самое, снайперские... Как там они называются? Снайперские... Я не помню, как этот режим называется. Ребят, если я ошибаюсь, то поправьте меня, пожалуйста, в комментариях. Снайперские бои или игры... Снайперские винтовки. Я не помню. Так вот, на этом режиме мне не нравится, когда играют снайперы с ножами. То есть они не могут убить, они достают ножик и начинают с ножа убивать. Я, конечно, один раз так сейчас сделал, но... А просто задумался. Как называется этот режим? Я серьезно забыл, как он называется. Да, спиной стоял, это была грубая ошибка. Так. Не вижу, моргаю. Здесь пиксели есть. Ух, теперь. Да, побежал. Я тебя видел. Он хочет меня с ножа убить, он не может меня убить. Со снайпи, вот как я его убил. Он хочет с ножа. И это тоже тут бегает, пытается. Нет. Серьезно, что за... Они на золотую медаль в Олимпиаде бегут на нашу... на наш спаун. На нашу крышу, если быть точным. Ну, парень вообще забыл про снайпы и... снайпе и... стреляет. Нет, тут нету прохода, понимаешь? Что ты... Это все ерунда. И попасть не могу. Последний патрон бил, есть, получилось. Я заработал мастера. Попробуем пойти, а? Ребятишки. Побежим. Побежали. Ну, все, мы теперь короли этой горы. Теперь главное... Ага, они на нашей горе. Вообще весело просто. На большой дистанции, кстати, я здесь с АВП, по-моему, стрелял. У меня бывало такое, то что я... обычного такого парня, я ему вроде шлем снял, если я не ошибаюсь, потому что я ему прям в голову зафазумил. Так вот, обычного парня я с АВП на такой дистанции не мог заваншотить с такими же скиллами и с такими же купонами, то есть на увеличение урона. Так что, ребят, пробуйте эту снайперскую винтовку. Да, она много стоит, да, она не навсегда пока что. Может, ее еще ведут, кто его знает, правильно. Так вот, купите, поиграйте, насладитесь вот этими ваншотами, вам очень сильно понравится. Большое, я не знаю, как это сказать, впечатление, большое впечатление, да, большое впечатление вы получите от этой снайперской винтовки. Так вот, ребят, мое личное мнение, ее стоит покупать, ну, в целях... Если, конечно, у вас с финансами все хорошо, то вы можете ее, конечно же, покупать каждый раз. Допустим, у меня с финансами затруднения. Я не получаю деньги на завтраки, я не могу их экономить и так далее, поэтому я и не работаю сейчас. Поэтому для меня эта снайперская винтовка очень дорогая, я играю с АВП. Если у вас нет затруднений, то вы, да. Грубо говоря, я бич, я не могу ее позволить себе играть там 30 дней. И тем более я не снайпер, я аугер. Аугер. Круто. Так вот, ребят. Надеюсь, этот гайд
был для вас не скучным, очень хорошим и полезным. Самое главное, полезным, чтобы вы умели играть, наслаждались игрой и играли всегда на удовольствие. Не надо играть на цель какую-нибудь там завоевать топ-1, стать как... Не знаю, кто там, стать как, кто у вас там, кумир. Поэтому, ребят, играйте на удовольствие, да. Ладно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии под видео, вступайте в группу ВКонтакте. До скорых встреч.